Уважаемые рукодельницы, хочу показать вам, как закрыть нижний край изделия, связанного лицевой гладью из хлопка, чтобы этот край не закручивался. Показываю вам шнур айкорд на двух петельках. Провязываем первые две петли низа изделия, третью и четвертую провязываем вместе, возвращаем эту петельку на левую спицу. Вторую и первую тоже возвращаем, ниточку за работой подтягиваем, провязываем первую петлю, вторую, третью и четвертую опять вместе, возвращаем первую, вторую, ниточку подтягиваем, опять первую, вторую провязываем, третью, четвертую вместе. Смотрите, какой интересный ровный край у нас с вами получается. Ничего не закручивается.